Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня тема занятий – построение выкройки основы деталей детской панамы. Для этого нам понадобится миллиметровая бумага, карандаш, линейки, ножницы. Также нам потребуется мерка обхвата головы. В данном случае обхват головы равен 52 сантиметра. После этого мы начинаем строить выкройку, прибавляем на свободное облегание к мерке обхвата головы 2 сантиметра. Получается 54 сантиметра. Нам необходимо построить три детали. Поля панамы, бортик панамы и донышко панамы. Начинаем строить первую деталь – поле для панамы. Обхват головы плюс прибавка делим пополам. 54 разделить на 2 – получилось 27 сантиметров. Длина первой детали – 54 сантиметра, 27 сантиметров. Чертим прямоугольник. Высота 6 сантиметров. Соединяем стороны. Получаем первую деталь. Таких деталей у нас будет две штуки. Две детали. Следующая деталь. Бортик будет выкраиваться одна со сгибом по центру. Ширина прямоугольника будет 27 сантиметров, высота детали 8 сантиметров. Сантиметров. Соединяем все линии. Отмечаем сгиб. Одна деталь. Теперь нам необходимо эти детали выкроить. Вырезаем первую деталь, вырезаем бортик.
продолжаем работать с первой деталью. Нам необходимо разделить ее на 5 частей. Одна часть приблизительно 5-4 сантиметра. Разрезаем почти до конца, оставляем 2 миллиметра. И теперь нам необходимо раскрыть каждую часть на 2 сантиметра. Теперь нам необходимо нашу деталь перенести на миллиметровку. Первая деталь, поля готовы. Теперь будем моделировать вторую деталь. Вторую деталь нам необходимо разделить на 6 частей. Это приблизительно 4,5 сантиметра. Разрезаем деталь, не доходя до конца, 2 миллиметра.
нам необходимо закрыть стороны на 0,5 сантиметра. Деталь бортика готова. Для построения третьей детали, донышка, мы должны измерить длину верхнего среза бортика и умножить ее на 2. Двадцать 4,5. Общая длина получается 49 сантиметров. Поскольку третья деталь у нас является окружностью, нам необходимо вычислить радиус окружности. Для этого мы делим длину верхнего среза бортика 49 сантиметров на 6,28. Радиус у нас равен 7,8 миллиметра. Если под рукой нет циркуля, можно с помощью линейки нарисовать окружность. Ставим центр окружности. Отмечаем радиус 7,8 и делаем надсечки. После этого нам осталось соединить надсечки, и мы получим окружность. Донышко у нас будет одна деталь. Нам осталось вырезать оставшиеся детали. Мы закончили построение деталей Панамы. У нас получилась одна деталь донышка, одна деталь бортика и две детали полей. До свидания, всего хорошего!